Всем привет! По традиции, карта совета на следующую неделю подскажет нам Таро Алистера Кроули, Таро Тота. И четыре карты, как обычно. Первая. Вторая. Не вытаскивается. Он здесь хочет. Третья. И четвертая. Выходи. И поехали смотреть. Первая карта. Пятерка жезлов. Конкуренция, борьба. Чтобы достичь своей цели, не вы один такой умный, хотите сейчас что-то реализовать вот в этой поле деятельности, где вы сейчас проявляете активность, там есть еще другие желающие вас подвинуть, поэтому вам придется потолкаться, знаете, вот поработать локтями, чтобы доказать, что вы тоже имеете право. С одной стороны, да, вот хотелось бы все легко реализовать, но есть другие желающие, которые тоже движутся в этом же направлении. С другой стороны, у вас есть шикарная возможность показать то, на что вы способны сейчас. Ваши достоинства, ваши навыки, они сейчас требуют, прям вот зудят, чтобы вы их показали другим людям. Не беспокойтесь, если вы уверены в себе, вы сможете одержать победу. Но конкуренция необходима, чтобы, знаете, освежать вот это внутреннее состояние, не залеживаться там в зоне комфорта, а выходить и показывать, какой вы классный, замечательный, как вы прекрасно умеете справляться с трудностями и другими задачами вашей судьбы. Так, вторая карта. Тройка жезлов. Полегче уже. Здесь тройка жезлов дает вам возможность остановиться, да, то есть это не время активных действий, если здесь приходится, да, вот прыгать, скакать, со всеми там вот выяснять отношения. Ну, кстати, вот ссоры и ругань могут даже выходить по пятерке жезлов. То по тройке жезлов человек спокойно отстраняется, можно сказать, даже отмораживается, чтобы сейчас перепланировать свою дальнейшую деятельность. То есть были уже какие-то достижения, есть совершение, есть хороший уже задел, за спиной у вас есть какой-то опыт, есть результаты, которые вы можете гордиться. А сейчас вам необходимо, то есть, чтобы двигаться дальше, знаете, подкорректировать, внести необходимые правки, чтобы ваша цель вот не съехать, да, вот куда-нибудь на обочину, а вот пересмотреть, да, то есть вы до этого уже ставили себе цель, что-то уже достигли, то есть промежуточный этап вы какой-то одолели, а сейчас нужно поднять голову и посмотреть, правильно движемся, подправить что-то нужно, да, вот. Так что позвольте вот периодически вот от этой бешеной гонки деятельности отходить. И вот сейчас хорошая возможность вам пересмотреть ваше дальнейшее движение. Так, это у нас что такое? Это у нас принц мечей. Знаете, не очень приятная карта, честно скажу, потому что, с одной стороны, вы распыляетесь на какую-то ерунду, можете затыкаться на мелочи, придираться к другим людям. Вот реально, другие люди вас могут раздражать. Вот видите в них какие-то мелкие изъяны и можете страчивать, вот, непродуманно расходовать свою энергию, да, то есть вот критикуя, прицепляясь к другим людям, что-то вам в них не нравится. Вот, с другой стороны, Пажа, вот принц мечей, он достаточно такой внимательный товарищ, он видит прям вот какие-то вот, вот малейшие величины, на которые вот другие люди могут, ну, реально внимание не обратить. Если у вас обострилось так сильно восприятие, ну, используйте себе это на помощь, не тратьте себя на критику других людей, посмотрите в себе, что не так, да, и направьте всю эту энергию, которая у вас будет сейчас бушевать, активничать, вот именно на улучшение себя любимого. То есть... на себя, да, то есть не надо давать непрошенные советы, потому что, ну, если вас, как бы, вам никто не обращается вот за советом, с просьбами, да, а как ты думаешь, а что ты думаешь, ну, это как бы указание вам, что необходимо вам сейчас заняться своим саморазвитием. С другой стороны, когда вы достаточно вырастете, люди сами будут к вам выстраиваться в очередь, да, чтобы вот услышать вас, захотеть с вами провести время, обратиться к вам за какой-то вот просьбой, с какой-то услугой. Другая сторона принца мечей, что кто-то может вас критиковать, вот вас там что-то выискивать, ковыряться в ваших каких-то там, вот, как им кажется, несовершенствах. Ну, не обращайте внимания. Кому, если у человека своя жизнь интересная, конечно, ему интереснее, забавнее, это легче, да, поковыряться в чужих каких-то недостатках. Наслаждайтесь этой энергией, тоже может трансформировать во что-то полезное. Четвертая карта. Это у нас двоечка кубков. Любовь. Да, любовь.
коммуникация, общение, но через эмоциональную составляющую. То есть, если у вас вот, была засуха в отношении, ждите, придет такая возможность излиться в чувствах, показать другим людям, что у вас есть вот, внутри что-то, чем вы хотели бы поделиться, и появится такой кандидат, который вот, ну, с достоинством встретит вашу активность и возвратит вам вот тоже вот, вот такие теплые, приятные эмоции, чувства, ощущения. Не обязательно, конечно, это прям вот совсем секс-любовь, и это, конечно же, тоже, куда без этого. Но, то есть, приятное общение с людьми, с которыми вы на одной волне, вы интересуетесь общими темами, вам есть о чем поговорить, и вот в этом потоке вы прям закручиваетесь, уходите в свои какие-то бескрайние просторы, вот эти вот глубины интересных эмоций, ощущений, и наслаждайтесь процессом. Периодически, да, надо отходить от конкуренции, вот от этого анализа всевозможного, от критики, и позволить себе вот настоящее чувство, любовь и привязанность. Хорошей недели, дорогие мои.